Все, теперь точно фест завершен. Вот эта машина мечты. Ха-ха, валит, смотрите как. Просто где хочет. Я если проблемы сзади подтолкну, конечно. Все, пока, Толокунь, до встречи. Все подписывайтесь, делитесь. Собираемся и 70 километров до дома своим ходом. На переднем приводе люди. Да, грандиозное мероприятие. Но уже не так, как было, конечно. Этой сцены общего мало с тем, что было раньше. Ну, что-то есть, как никого и не было. Все, стартуем домой. Интересные места. Хотел бы поблагодарить отдельно нашу судейскую бригаду всю, что они 2 дня боролись и с дождем, и ветром, и солнцем, и приехали в такую даль. Большое вам спасибо за проделанный труд. Переходим к командному зачету. 3-е место, командный зачет. Ukraine Racing, 21 балл набрали. 2-е место в командном зачете. Клуб Спарта, 29 баллов. 1-е место категории в командном зачете. Команда Ови, 44 балла. К сожалению, не уехали, выйдет зам. Теперь хотел бы для общего рукового фото попросить выйти на сцену всех участников и судейскую бригаду. Закрыть или открылась. Блин, дороги, вещи мои. Ну, вроде вовремя заметил. Немного потерял. Аккумулятор в мягком месте упал. Короче, RFC был приятный, конечно. Ничего не скажешь. Очень спецучастки. Четко, профессионально поставлены. Нет вопросов. Вроде ничего не забыл. Спасибо организаторам. Не всех, правда, как его называется. Не всем по силам. 2500, ну, не критично. Все после нас чисто, кто там говорит, свинячит, только дрова остались. И мешок с природным материалом, кто-то заберет там билеты, кто-то принес, нам оставил, короче. Все, пока, Толокунь, через год будем здесь. Серьезная стая пока. Ну вот, Леня первый раз в RFC участвовал. Очень понравилось, говорит.
такое массовая миграция. И пыль уже, смотрите, только дождь прекратился полдня, и все, и пыль начинает подниматься. Ну так, да. Тут участки стоят еще. Все, пока толокуй. Вот и волос Ромы. Пока! Давай. Что там, Лёнь? Тормозовки. Тормоза закончились? Полностью? А, жидкость ушла. Посмотри по колесам, где-то подтекание. Где-то мокро должно быть. Куда она ушла? Или по дороге где-то? Да нет, там... У тебя, кстати, воняет. А, это сцепление воняет? Нет, это сыпло. Не, запах какой-то. Тормоза или... Посмотрим, где тут... Тут сухо. Все сухо. Что-то шипит у тебя там еще. Шипит компрессор или что там? Впереди суппорта не должно. Компрессор шипит? Нет, это насос. А. Что, поехали? А тормозуха уходит куда-то. Ну налил же или опять уходит? Налил, она уходит. Ты ж качнула, но в системе. Ну давай еще долить. Давай. Так мотор хорошо работает. Обороты не высокие? Высокие. Ну оно там не, я не знаю. Плохо регулируется, я понял. Да, этот карбюратор такой загадочный. Так, наша серьезная колонна стартует. Попытка номер два. Долили жидкость, все. Все должно быть хорошо. Едут с Феста. Так их много. Наша супер колонна движется с Offroad Freepass. Смотрите сзади, какая колонна за нами. Просто необъятная. Конца края не видно, но мы возглавляем эту колонну. Впереди Леня на самурае, за ним Влад на запорожце. Ну а дальше я на УАЗе. С небольшими колесами. Моими любимыми. С которыми он хорошо едет по бездорожью. Так, нам еще километров 60, наверное, до дома. Смотрите, тут лимузины свадебные. Лимузинчик Саня, наверное, делал. А может и нет, кто знает. Напишите, Саня на это произведение или нет.
Ну, нормально покатались, отдохнули. Такая смена обстановки нереальная. Переходите на наш канал в Ютубе, вам все понравится. Золотые суппорта душу мою радуют. Ой, золотые купола. Шиномонтаж мечты где-то здесь. Вот он, работает, работает шиномонтажник Факир. Заходите. Заезжайте, заходите на канал, посмотрите это видео. Шиномонтажник Факир. Очень веселое кино. Колонна наша продолжает движение. Лёня оторвался на 123 метра. Но Влад идет в спокойном темпе, как раз четко под мой автомобиль. Мы как рождены друг для друга. Он там делает запорожец полноприводный тоже. Скоро поедем вместе. Уже дождь прошел, но мы едем. Потихоньку идем, 50 где-то. Для нашей колонны это скорость, то, что доктор прописал. Сзади Ланос едет в самой толокуне за нами. Преследует, наверное. Сейчас будет хорошая дорога, будет легче. Тут болтает гидроцилиндром. Такое подруливание. Ой, BMW какая 34-ка красивая в обвесе. Цвет обалденный вообще. Лучшая BMW всех времен, по моей версии. Лёня ушел в отрыв. Бензин закончился. А где веревка? Цепляй веревку. Бензин закончился. У меня есть, нормально, доедем. Сейчас будет там что-то. А вот заправка на горизонте, чуть-чуть не доехали. Канистра же есть? Давай подтянемся, чтобы не это. Бензин закончился, но, блин, мы доедем. У тебя повороты работают? Или станем, сходишь пешком? Или затягивать? Лучше пешком давай, может. Безопасней. За шакал цепляй. Как мы начали в пятницу на буксире с ним, так и продолжаем. Воскресенье. Нормально, в принципе. Смотрите, тут серьезный джипер. Ух, круто исполняет. Блин, испачкал мне лобовое. Не видел его на фесте. Лютиш. Я думаю, все знают этот населенный пункт после войны. А в воскресенье вечером тут нормально людей едет. Это с феста машина, наверное. Влад купил бензина. Все нормально. Сейчас заведемся и поедем. Вот тут арки у тебя так радикально, да, доработаны. Ничего лишнего, да? Вентиляция, охлаждение дополнительное. Не, я хотел колеса шире поставить, но не успел. Арки специально порезал под другие колеса. Я понял. Генератор правильный. С чего это? Волговский. Волговский. А что, ты мотор делал что-то, нет? Нет. Нормально. Сам мотор. Что за? Что-то стал греться. Заводи. Так. Огонь. Задний тормозной цилиндр потек. В заднем правом колесе. Видишь? Покачай педалью. Заводи.
тормози. Привязывайся спереди. Тяни меня, я тебя буду тормозить. Ракета. Поехали. Не. Нет? Это не глохли? Да ты что, это вообще? Харли Дэвид. Мы долетели, подол. Бабушка там жила прямо, недалеко, на повороте с Олеговской на Глубочицкую.